Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, начнем с открытия сундуков. Крылья, амортизаторы прыжков. Так, бесплатный сундук еще здесь у нас есть. Так, крылья плюс ускоритель дым. И что еще? А еще надо поздороваться, верно? Привет всем. Да, именно привет. Так, и, ребята, сегодня я хочу взять 13 тысяч кубков. Возьмем? Я думаю, возьмем. Ну что, восхитительные диверсии у нас начинаются. Поеду я, наверное, на раллийном авто. Доступ к удовольствию. Ну, давай глянем, что за доступ. Так, тихо, не газуй здесь, парень, не газуй, не надо. Блин, ты видел? Нет! Да, мы здесь постоянно отдупляемся. Только не сегодня. Ну нафига ты вот это делаешь? Ну нафига ты? Ребят, это что, это специально, что ли, все вот так вот? Рэй решил сегодня поиграть на камеру, и на тебе. Обделался хуже некуда. Может быть, потому что, ребят, меня эта камера смущает, может ее выключить, а? Пишите в комментариях, если она мешает нам и отвлекает нас, мы ее уберем к чертовой бабушке, поверь мне. Знаешь ли, мне тоже не очень радостно сидеть в квартире в бейсболке. Так. Эй, не надо тут свои попрыгульки, уйди прочь. Вот, запрыгивай туда наверх. А что ты не запрыгнул наверх-то, а? ККМ-ка несчастная ты. Давай, есть. Так, тут мы подгазанули и взяли первое место. Шикардосик. Все, ребята, а как иначе-то? Иначе никак. Там какие-то фейерверки, все хлопает. Блин, пока там хлебалом своим щелкал, блин, они уже меня тут... Тихо, не психуй, Рэй. Давай, успокойся. Скоро с шизофреником, ребята, стану с этими играми, блин. Сам себя успокоишь. Если сам себя не успокоишь, кто успокоит? Ну, если так, поехали тогда поверху, блин. Ребят, нет, это ККМ-ка все-таки он дорвался до первого места, а? Так, ну, все равно я первый. Второй? Что-то я где-то просчитался по очкам. Ладно, хрен с ним. Зеленый кубок у нас на носу. Поехали. Там что у нас? Нифига! А как ты так? Крылья у него, ребята. Он за счет крыльев. Ну, видно, офигенно у него крылья прокачаны, раз он так тут... Ты посмотри, как он летает. Ну, я-то, наверное, покруче пролечу сейчас, да? Нубло, иди. Ищи бабло. Так, ну а я как истинный денди. Пипец, как истинный денди. Упал, блин, рухнул просто. Понимаешь, как кусок дерьмище. Я не помню, как там Стеф. Стеф, стой. Ты куда, родной? Папа здесь. Ребят, я так и буду ехать на заднем колесе, как ущербный. Так, сколько у нас получается? Так, у меня 4 очка, у этого 3, у этого 2. Пока идем первыми, ребята. Но это пока, сейчас в любую секунду все может поменяться. Поэтому давай-ка без расслабонов и без выпендронов. Опять этот с турбинами лезет. Есть. А фиг ли есть-то, ребят? Да ты посмотри, этот со своим скутером вшивым едет сюда. Давай, родной, давай, жми. Есть. Сила. Сила в правде, ребят. Сила в правде. Ух ты, зимний кубок, смотри-ка у нас. Зимний кубок. Что-то, если честно, я даже не могу вспомнить, что это за трасса. Потому что у меня такой трассы давно и не было. Опа, багги, смотри, шуршит навозник. Тут еще и тягач Диего, вшивый охламон на нем едет. Вшивый охламон, Рэй, ты что несешь уже, блин, а? Ты уже всех готов тут обхаять.
Ну, ребят, так вот на меня действует азарт. Я не знаю почему. Я обзываюсь, но не со зла на самом деле. Я обзываюсь на них любя. Понимаешь, можно обзываться... Знаешь, как в школе. Тебе нравится девочка, ты вместо того, чтобы сказать ей комплимент или еще что-нибудь, ты ее начинаешь доводить до слез. Это так проявляется мужская любовь. Ну, любовь это громко сказано, но, короче, симпатия. Да. Мужская симпатия. Мы же всегда такие неадекватные, блин. Ладно, ребят, самое главное, что здесь победили. Ледяная гонка. Да-да. Эй! Дотрещался Рэй своим языком, блин. Ледяная гонка. Вот сейчас тебя баги тут. Хотя, может быть, все-таки. Может, все-таки. Ух, ёк, Макарек, куда ж ты так? Давай, 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 давай. Нет, нет, ребята, вторая позиция. Но, тем не менее, ребят, первые мы. Блин, я думаю, что мы забыли сделать с тобой? Вот как ты думаешь, что мы забыли сделать? Правильно. Мы забыли поменять с тобой. Я думаю, что-то физиономия знакомая едет. О, давай вот этого возьмем. Нормально выглядит? Истинный гонщик для баги, ребята. Он прям рожден в этом костюме для гонок. Смотри, какая... Какая тут у нас, ребята? Все. Вот, это, вот этот вот канистр с горючим, который, ребята, меня сейчас подвела. Будь она неладна. Ну, все, тут последнее место. Только лишь из-за канистры. Потому что я ее подобрал и, естественно, сиганул не вверх. Ой, не вперед, когда нам надо, а именно наверх. Потеряв при этом львину. Вот что вот он сейчас делает? Ёпперсте, блин, баги, блин. Ну что я тебе могу сказать по этому поводу? Да ничего. Фейл. Четвертым, блин. Я в ахере. Хотя едут сзади такие же, ребята, баги. Нет, 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 нет. Давай так вот по низу, правильно. Да какого лешего ты... Бля, ребят, я... Вот так и хочется матернуться. Вот серьезно тебе говорю. Вот за его тупость, блин, вот за эту. Что не так с этой баги, блин? Она всегда здесь нормально ездила, понимаешь? Она всегда здесь нормально ездила. Мы всегда здесь первые места брали на ней. Какого хрена она сейчас тупит, блин? Я не понимаю. Она тупит жестко, ребята. Просто жестко. Ну что мне тут? Четыре места подряд к ряду. Что мне тут светит? Да ничего. Последнее место мне тут светит, ё-моё. Ну что, 4 балла. Последнее место, ребята. А, нет, третьим я даже как-то умудрился. Ну это что-то с чем-то. Болотистый кубок. Нафиг эту баги. Баги эту оставляем на... На этот. Ну ты понял, да? Где у нас будут... Как они называются? Скажи, я скажу тебе. Стоп, 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 стоп. Давай, заезжай. Отлично. Короче, где будут ухабы? Вот там вот. Вот там будет у нас баги, но не здесь. На этих трассах лучшей раллийной авто пока, ну, нету для меня, ребят. Я не знаю. Я к ней как прикипел, к этой раллиечке. Меня теперь не отцепить от нее вообще никак. Вот я сейчас буду во всем искать изъяны. В любой машине, ребят. Какую... Какую, блядь, не дай мне, а? Ущербный с крыльями обогнал меня. Да-да, ребят, на крыльях ночи. Там, смотри, там раш какой-то едет. И Рэй, там раш, нормально. Вот и поговорили. Не, ребят, это карма. Это карма, потому что я решил подключить камеру. Вот и подключил. Ты посмотри, этот Blue Dragon, голубой дракон. Что он вытворяет? Щенки. Я просто сам удивлен, ребят, как у меня сейчас получилось в данный момент здесь их обогнать.
просто изи. Собрался, сконцентрировался и сделал энергетический выплеск всей этой негативки, которая копилась. Ну, тут... тут, ребята, у нас... о! Хорошо-то как, что лихач подорвался там. Он перевернулся, я не знаю, выжил он, не выжил. Это мы увидим чуть позже. Фух. Я в этих гонках так концентрируюсь, у меня же, ребят, начинает шея болеть и плечи сводить. Понимаешь? Давай, еще разок. Что тут у нас? Я шпарю, шпарю. Лихач, отвали нафиг от меня. Давай, перевернись, лихач, лучше, а? Нормально. Нормально, нормально, ребят, все. Топчик. Бронета... бронета? Брони... бронетатор, ё-моё. Уже читать разучиться. Бронетатор, я думаю, что за бронетатор? А там не бронетатор. Там говнотатор был. Ладно, шутки в сторону, ребят, уже не до шуток. Я уже просто... мне надо, как тебе сказать, переключить весь свой негатив на что-нибудь. Поэтому мне приходится дурковать, шутковать и тому подобное. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Есть! Он уже, ребята, хотел меня там сделать. У него ручки зачесались, но, видишь, я ему не дал ничего почесать. Ну, кроме... ладно. Кубок застойный. Я бы сказал бы по-другому немножко. Это кубок не застойный, это кубок отстойный. Секешь? Дива. Блин, крокодил. Ну, он меня, по крайней мере, не выплюнул обратно, как он это любит делать. Ох-ох-ох-ох-ох. Опа, нормально. Слушай, нормалек. Белиссимо. Приземлились куда надо и как надо. Виктори. А как ты хотел по-другому-то? Конечно, Виктори будет. А тут, кстати, извини меня, тут у нас сопернички, будь здоров. Тут у нас ККМ-ка. Да вставай ты на колеса, засранец. Это вот что сейчас было? Что он вытворяет? Ёпарасете, блин. Я не понимаю, ребят. Ни одна машина не впендрючилась, как впендрючился я. В эти коробки еще там подлетел. Нахрена он подлетел там в эти коробки как-то вверх? Че, ему делать что ли нечего? Там не было никакого трамплина. Идиот, потому что. Просто идиот, ребят. А если идиот, то это надолго. Машет своим там веником, блин. Фух, надеюсь, первое место. Ну вот. Значит, не зря я тут ругался. Так, это у нас на выскочку, да, выпало? Так, опять развлекухи. И опять, друзья мои, я вижу там байкер. А, нет, это не байк. Это лихач. Ну вот только что же вот соревновались мы с ними, со всеми. И они опять это мне подкидывают. Ну, а куда, а как ты хотел? Это же лихач ее просто, ребят. Сейчас мы посмотрим в пещерах. Сейчас мы посмотрим в пещерах, как он будет тут лихачить. Что ж ты, не лихачишь-то, лихачок. Боишься разбиться? Правильно, боишься разбиться. Потому что тебе один разок врезаться, и ты просто разлетишься тут в труху. Смотри, 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 мы все, все, кто на что гораст, ребят. Какие... сейчас, если лихач прыгнет на... нет, он не прыгнул. Если бы он попал бы на вот эту попрыгульку, то он бы нас обогнал бы. Вот так вот. Но он, видимо, не попал. Он, по-моему, вообще там разбился в трихомудию. Такс, норм. Норм. Смотри, как я шикарно, ребята. Как прям в прошлый раз. Просто идеально проехали. Есть. Фью. Ну а ты что хотел? Там еще какая-то принцесса. Так, смотри-ка, у нас кубок по скоростному спуску. Но скоростной спуск у нас уже ледяной. Раньше он был
Я не помню, какой он раньше был. Ну, точно не ледяной, ребята. Это скоростной спуск у нас был. Сейчас мы глянем, куда тут. Оу! Фига ты там! Да. Ну что же я могу сказать, ребята? Я не понял одного, как этот хмырь болотный, которую вызывать на супердизеле, как он тут набрал скорость. Все, он там стрелял, да, по-моему? Но это еще, ребят, ни о чем не говорит. Он может еще наверстать все. Или все-таки поздно? Нет, поздно, ничего он не наверстает. А кто вторым приедет? Давай посмотрим. Так, так. Еле-еле едет там. Короче, у него не получился фокус с очередным разгоном. Я могу так это понимать. Вот здесь вот на прыжке он может, ребят, спокойненько. Я помню. Нахрена ты, Рэй, так делаешь? Так, хорошо, чувак там пока буксанулся. У меня есть шанс. Нет, нет, есть. Фух. А этот опять последний приехал. Животные. Так, ну что, друзья, все у нас чики-пуки. Кубок путешествий. Я, наверное, опять же на раллийном авто. Ну, прикипел я к ней. Прикипел к этой малышке, к нашей раллийчке. Я ничего не могу, ребят, с этим сделать. А вот как этот байкер тут ездит среди вот этих кактусов, я, ребята, ума не приложу. ККМ-ка тут выпендривается. Пора нам теперь, ребята, газануть. Куда мы там приземлимся? Лишь бы... Вот это плохо было. Но первое место. Первое место я взял. Фух, я, честно говоря, ребят, в футболке в этой употел. От нервов, от переживания. От такого азарта. А снимать нельзя. Я болею, ребят. Мне надо утепляться. Так, жжешь. Ну ты жжешь, а? Ну жжешь. Слушай, а я его, ребят, сейчас хорошо подколол. Смотри-ка. Что скажешь? Норм? Конечно, норм. Сумасшедший город. Блин, вот здесь бы мне бы не помешала бы, ребята, моя бы тачка-суперкар. Ох, здесь бы она. Здесь, кстати, байку очень, ребята, круто брать. Призовуху. Но, видишь, я все-таки всех обогнал, перегнал. Перемолол в порошок и выкинул всех куда подальше. А вот день гонок, да, день гонок, это, пожалуй, все. Я готов. Отказали тормоза. У кого отказали тормоза? У меня не отказывали никакие тормоза, ребят. Но почему ты, гаденыш, быстрее? Я неужели я передержал кнопку тормоза? Я не понимаю. Наверное, передержал. Так, это у кого? У него, он еще и на попрыгушках едет. Ну ты, парень, я смотрю, совсем приборзел. Нет, он не на попрыгушках. Это у меня, ребята, при идеальном приземлении дает ускорение. Фух. Как Дэнди лондонский одет. Газует рейчик на Ламборджини. Вот здесь надо было, ребята, конечно, сбросить скорость. Офигенно как. Потому что очень много ведь теряешь времени. Крутой такой подъем. Видишь, я только приехал, и за мной уже хвостяры. Не детский шпарит. Блин, засмотрелся. Да поменьше надо елозить рылом-то. Куда ни попади. Еще и подъем. Ну все, 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 все. Все. Байкеры тут нас просто сделают сейчас, ребят. Ты понял, да?
ты прекрасно понял, почему я давлю улыбку. А улыбку я давлю, потому что я их сделал всех. Я хотел на этой машине поменять раскраску на своей раллийном авто. Когда я это сделаю? Скажи мне на милость. Ну когда я это сделаю, а? Когда рак на горе свистит. Ну что, надо звать рака, чтобы он свистел. Фига там, чувак. Ты видал? Я таких финтов на Ламборджини своей отродясь не делал, который делает он. Видишь, я и без финтов нормально тут выкручиваюсь. Так. Супер дизель, значит, да? С подгазовкой начал. А мы вот так вот сделаем. Хоба. Нормально. Шикарно. И вот финиш. Есть. Слушай, мне что-то захотелось чайку. Я не знаю почему. Мне захотелось чаю сладенького. С чем? С кефиром. Шучу, ребят. Представляешь, чай с кефиром. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай, ребята, винера нужно. Винер 2022. Вот она, твоя карма. Да-да-да, ребята, именно на подъемах. На вот этих крутых подъемах Ламборджини обсирается. А у нас городская вода. Война, хотел сказать, городская война. Городская вода, конечно же. Поехали. Городская вода, если не ошибаюсь, это у нас как раз те самые, куда мы воду будем нырять, да? Да. Это был первый. Так, еще должен быть, по-моему, второй. Вот он, второй спуск в воду. Есть. Эх, сосуночки. Так, ну, по-моему, здесь будет одна какая-то трасса, где я... Одна гонка, где я, ребят, спалюсь. Я не помню, где точно. Но она будет. Фух, напряжение, блин. В 300 вольт. Нормально. Прекрасно. Так, давай дальше. Там выскочка. Иди нафиг. Фу, ты посмотри, посмотри, что получилось, ребята. Ты видел? Ну, вряд ли я, конечно, теперь смогу наверстать хотя бы их. Да. Но, тем не менее, первое место. И это было глупо. Это было глупо, ребята. Мне надо было нажимать вниз. Нафига я взял вверх, не пойму. Кубок претендентов. Ну что, кубок претендентов. Все, я буду менять, ребята. Вид меня этот. Может, давай вот этот возьмем, а? Старый добрый вид хоккеерочки. Нет, изначально она у нас идет синяя, насколько я помню. Нифига, смотри, смотри, смотри. Смотри, формула. Я думал, что формула начала обгонять эту. Ермний какой-то. Ты видел? Что-то формула тут дает, ребята. Такого там дрозда дала она по скорости. Кого-то шляпа там отлетела, но это не у меня, ребят. У меня со шляпой все нормально. Есть. Вот тут он, короче, нырнул клювом, и я его подрезал. Я его подрезал в этот момент. Так, тут с нами... Кто там с нами? Верещак? Пашка Верещагин? Тоже, ребята, проблема у формулы. Проблема с подъемами. Я только что заметил, ребят. Юху! До свидания, лузеры. Всех обогнал. Так, ну получается, раз, два, раз, два, три, четыре. Где-то 4 или 5 гонок нам еще осталось, и все. Не более. Блин, вот тут бы можно было бы, конечно, и... Наверное, взять багги, как думаешь? Или так норм?
Это влетели, блин. Ой-ой-ой, нормально. Ну, здесь ухабистая, видишь, дорога. Опа, нормально. Кстати, такой трассы я что-то не помню. Плавный подъем написано было. Давай посмотрим, насколько он плавный. Ну, я бы не сказал, что он тут плавный, ребята. Так, ну чувачок, блин, приехал первым. Но опять же, за счет нитро. За счет нитро он выжимал там из себя, блин, последние. Я не знаю. Последнее он себя выжимал, короче. Давай-ка я вниз, наверное, поеду. Во. Шикарно, ребят, шикарно едем. Есть. Ну, этот едет вторым. Опять же, со своим никчемным нитро. Так, а у нас кубок аллигаторов. Знаешь, что самое непривычное в этих вот в наушниках, ребята? Тут есть шумоизоляция. То есть я даже иной раз не слышу вообще, что я говорю. То есть я слышу свой голос в голове, скажем так. Понимаешь? И как он будет записан, я не знаю. Да тыры, ты... Я умываю руки, ребята. Это что такое? Это что за дебилизм? Я такого форшмака вообще не помню. Причем на чем? На ровном, ребята, месте фейлится. Нет, ну вы, конечно, меня извините, но что я тут? Я вообще вылетаю из... Вообще вылетел, прикинь? Нет, никакого места. Ну, правильно, а что ты хотел ты? Три раза подряд практически... Два раза подряд проиграть. И один раз выиграть. Ладно. Концентрируемся, друзья. Что это, блядь, ты вытворяешь, Рэй? Ёппарсете! Вот это как, это вообще, как, что происходит, блин? Я не понимаю, ребят. Почему раньше мы проезжали через вот эту вот штуку, как ее назвать-то? По рельсам, которые там висят. А сегодня нет. Сегодня мы не проехали по ним. Понимаешь, сегодня мы не захотели ехать. Джейк. Я в шоке. Всю жизнь там проезжали, а сегодня нет. Сегодня почему-то нас потянуло наверх. Все через жопу. Ребята, еще раз говорю, это все из-за камеры. Это она меня смущает, понимаешь? Я отвык от нее, поэтому она меня смущает. Стесняюсь я ее, понимаешь? Тем более я как бы болею, не выздоровший. Не очень свеже выгляжу, скажем так. Но, ладно. Вот это вот одна из моих любимых, ребята, гонок, кстати, на фабрике. Я вообще обожаю ездить. Не знаю почему, но фабрика это вот прям мое. Ёп! Вот такого я уже действительно, ребят, не помню, чтобы вот так вот сейчас как было. Это надо было еще... Я бы еще не удивился, если бы мы еще и погибли с тобой на этом магните. Угу. Вообще нисколечко бы не удивился. Просто бы сказал бы, что везение на моей стороне. И все. Блин, ну ведь никогда же раньше не врезался. Все время под ней подлетал.
Все происходит в первый раз когда-то. Нифига, я эти ящики даже перепрыгнул. Раньше такого не было. Так, ну что, друзья мои, шахты у нас. Шахты впереди. Да передергивался, блин. Тягач, ну ты-то куда лезешь-то, а? Что там у нас? Джода. Или Йода. Джода, наверное. Так, ладно, это не зазорно. Второе место нормально. Второе место это норм. Так, давай горючку возьмем. Опа, вот это я помню. Кстати, эту тележку я раньше никогда, ребята, не перепрыгивал. О, тележки, там еще маленький трамплинчик такой у нее видел. Раньше никогда его не перепрыгивал. А тут перепрыгнул. И опять засвистел своим фейсом, блин, ребята. Теперь меня Суми какой-то обгоняет. Ну, пока я вырвался вроде, ребят, вперед. Да. Твою ж налево, у меня по спине, ребята, просто ручьи текут, если честно. Как же меня, а? Нервы, нервы, что-то такое. Пипец, я написал всем привет и не отправил. Молодец, Рэй, красавчик. Что с тобой происходит, а? Ты, наверное, не выспался, родной, иди ложись спать, а? Нормально, да? Поздоровался с вами и не отправил. Ну, хорошо, что хотя бы вы увидите это в видосике. Что я это не специально, ребят. Так, мне вот это вот желтая босс, который там. Босс! Отсос, ё-моё. Есть контакт. Щетина чешется. Ну что, тут первое место у нас есть. Давай дальше. Блин, тут еще и байк. Байк, отвали. Ну что делать, а? Хамло. Но в воде-то у него, ребята, в воде у него нет такой прыти, как у меня. Он в воде еле едет. А мы с тобой в воде как рыбка. Кто он там? Дестройер? Разрушитель? Но я вижу, какой ты разрушитель. Скорость наберем. Пипец. Дебилоид. Кубок колпака и ступицы. Ребята, иногда просто вот я просто офигеваю сам себя. Ну, на каких-то вот... Ну, на нелепостях просто. Вроде трассы все уже заучены чуть не наизусть. Едь ты нормально. Нет, вот начинаешь вот тупить. Нет, эксперимент это, конечно, хорошо, понимаешь, да? Но если он продуктивный эксперимент, а если он вот такой вот... идиотский, то... никому от этого хорошо не будет. О! Ты, гаденыш, не повторяй мои трюки. Я суперкару обращаюсь, ребята. Фига я там. Очень хорошо пролетел сейчас. Вот тут вот. Вот тут надо. Ага. Нормально. Взяли мы победушку. Так, и последняя, заключительная гонка. Давай попробуем не обделаться здесь. В очередной раз, блин. Кто-то мне там говорил: Рэй, почитай по физике там какую-то обратную тягу, обратный уклон. Ребята, вы хотите сказать, что здесь игра имеет какие-то признаки физики? Может быть, какая-то базовая, да, я не спорю, но не продвинутая. Ну что же, берем с тобой, да? Да? Взяли. Взяли 30 самоцветов. Такс. И 13 тысяч кубков. Ну что, ребята, я поехал на
автобусе. Что возьмем? Что взять на этот автобус? Так и так. Прокачать ему движок, чтоб он был как пирожок. Поехали. Так, ну сразу у нас облегченный вариант становится. О, багги там наяривает. Угу. Мы одного потеряли. Так, здесь разбился танк. Второй полетел. Мой автобус еле живой, ребята. Нам не нужен лишний груз, верно? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, да выпендривался. О, новая краска для ККМ-ки, прикинь, нашли. А этого опять не дали ничего. Так, что мне там сказали, гонки? Зима. Поехали. Давай, давай, по воде. Да, действительно, ребята, этот снегоход, он шпарит по воде. Не перевернись! Твою налево, ты рискуешь, парень. Ты шлем потерял уже, у тебя горючка кончается. Все. Не очень хорошо, ребят, получилось. Так, а здесь я, пожалуй-ка... Это же у нас... Да, это у нас... Дурацкий аттракцион. Здесь я, наверное, возьму... Давай попробуем на раллийном авто. Вот это я, наверное, погорячился, ребят. Хотя, чувак на желтой тачке, смотри, тоже там. Ох, ё! Ничего себе, прогнул я его там. Ты давай, рысь, завязывай так прогибать всех. Тупо, 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 тупо сделал, ребята. Ну какой тут, какой тут, блин, суперкар, ребят, ну. Тут надо было брать этот мне. Ну не суперкар, это точно. Так, что, давай попробуем. На супердизеле здесь. Вот здесь надо было брать суперкар, ну не там. Да, ребят? Да, последним приехал. Ну что, как-то так. Так что, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.